Привет, ребятки. Я сейчас открыла свою личку и увидела там много сообщений от вас о том, что Игорь Востряков не собирает деньги, что его страницу взломали. Может быть, его страницу взломали? Я не знаю, может быть, действительно взломали. Но я вчера с ним общалась по WhatsApp. Мне скинули его номер, он мне прислал видео, аудиосообщение. Мы с ним общались по аудиосообщениям. Вот. И у меня было просто личное желание помочь. Он не говорил о том, что он собирает деньги, но реквизиты его Альфа и Сберкарты у меня были. Я спросила, его ли это реквизиты на самом деле. Он подтвердил, он сказал, что это его реквизиты. И поэтому я отправила ему лично от своего сердца. И тот, кто захотел бы сделать то же самое, я просто поделилась реквизитами. Поэтому сборы какие-то другие, может быть, действительно делают фейковые, но это реквизиты были лично его. Следующее сообщение. Очень многие из вас хотят помочь детям, которые пострадали, в том числе Сережа, который лежит в реанимации. И завтра у меня будут их реквизиты тоже. Если вы захотите помочь, вы сможете это сделать напрямую. Просто сегодня мне написали, что их карты уже не работают. Там есть какой-то определенный лимит, который можно было переслать. Вот. И больше карты, к сожалению, эти не работают. Поэтому завтра будут реквизиты, и я буду их ставить у себя в сторис. Если вы захотите помочь, перевести напрямую непосредственно их родным, вы можете это сделать. Вот. Все реквизиты будут проверены, имейте в виду, я никаких сборов не веду. И все деньги пойдут напрямую их родственникам. У меня есть, в свою очередь, могу сделать скрин, поставить сюда нашей переписки с Игорем Востряковым с WhatsApp. Он мне прислал свое видео, аудио, поэтому можете не переживать. Привет всем. Ребят, вы спрашиваете, почему я помогаю лично Игорю Вострякову? Потому что это моя личная инициатива. И потому что я смогла его реквизиты найти первым. Я обязательно буду выкладывать сюда реквизиты тех людей, которыми я буду являть, которые буду брать достоверно из первых уст. Соответственно, те люди, которые сейчас находятся на лечении, дети и так далее. Просто это были первые реквизиты, которые попали на руку. Они были Игоря. Вот и все. И это личное дело каждого, кому помогать, сколько помогать. Поэтому, ребят, все будет. Я просто жду достоверной информации, она мне будет в сторис. Я уже вчера говорила об этом. Не переживайте.